Вот-вот ей исполнится 55, и на нее постоянно валятся проклятия со всех сторон. Скандалы преследуют нашу героиню на каждом шагу, а травля не утихает до сих пор. То она покинула Россию, сбежав в трудный для страны период в Армению, то ведет передачу, совершенно ничего не понимая в обсуждаемых политических темах. Наша героиня постоянно подвергается критике, а шквал негатива в ее адрес просто бьет все рекорды. Как сложилась непростая судьба красавицы-телеведущей Екатерины Стриженовой?